На мой взгляд, исламское государство – это, с одной стороны, да, конечно, там все раздуто, все эти страшилки. С другой стороны, и не раздуто, потому что это психология определенного народа. Ну вот это традиции вековые, так уж сложилось. И тут ничего не поделать, тут не превратить ислам в европейцев, и, ну, ничего не поделать. Это просто традиция историческая, которая в настоящий момент, конечно, еще и раздувается. А распространение всего этого как бы страшно, не страшно, но что будет, да? То есть вот также прогноз. Вот исламское государство, оно же старается расшириться и занять все больше и больше территорий и народов там и так далее. Ну, вот, к чему все приведет? То есть мир не позволит этого сделать? Или они все-таки... Ну, знаете, с одной стороны, да, исламское государство, оно, конечно, раздувается. И они уже по всему миру, во всех странах живут. И я не знаю, к чему это приведет. Это может привести к чему-то очень страшному. Потому что они ведь бесконтрольные. И потому что они очень жестокие. Ой, Господи, вот меня, наверное, убьют, когда услышат, что я это сказала. Кто-нибудь из них. Не говорите, что они жестокие, отрежьте это, пожалуйста. То есть они всюду, 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 всюду. Это вы знаете, как в Америке когда-то очень было мало африканцев, они называются African American, их было очень мало. Но видите, теперь очень мало белой расы. Основное население Америки – это негроидное население. И мы это видим по президенту. Может случиться и такое. Я не знаю. Но это может быть.